Самарской теннисистке не смог покориться Ролан Гаррос. Тольяттинские каратисты – чемпионы Европы. Золотые крылья футбольной национальной лиги. Золотой матч в футбольной национальной лиге «Крылья Советов» начали уверенно. Первый результат против дзержинского «Химика» профсоюзы получили через полчаса после первого розыгрыша мяча. Проворнее всех оказался Ибрагим Цаллагов. 1-0. Второй тайм оказался более насыщенным на голевые моменты, однако реализация получилась лучше у «Авиаторов». 3-0. Чемпионская победа самарского клуба в футбольной национальной лиге. И дубль у Сергея Корнеленко. Первое место в национальном чемпионате позволило «Крыльям Советов» автоматически поменять футбольную прописку. В новом сезоне самарский клуб возвращается в премьер-лигу. Тольяттинские каратисты завоевали медали в первенствах России и Европы в Санкт-Петербурге. Елизавета Тупиченко, Данила Симаров и Никита Ефимов примерили бронзовые награды. А в немецком Бохуме на европейском дерби по Сётакану Кирилл Кузнецов поднялся на высшую ступень пьедестала почета с золотым трофеем. Самарчанка Анастасия Павлюченкова в паре с россиянкой Аллой Кудрявцевой неудачно финишировали на теннисном турнире «Ролан Гаррос». Во втором круге соревнований они потерпели поражение от швейцарки Белинды Бенчич и чешки Катаржины Синяковой 4-6, 5-7. Успех иностранной пары кроется в необязательных ошибках российских спортсменок.